Так, друзья, приехал я домой, и вот мне пришла посылочка, вот такая, Brazilian Grill, бразильская мангалка, вот такая вот, видите, такое мясо готовится, вот такая штука, вот такая вот, вот я ее включил, и смотрите, здесь получается, что у нас... Бурнер такой, две печки, шампуры, сюда мясо нанизываешь, и оно все крутится, крутится, вращается. Так как мы любим кушать стейки и посещаем иногда бразильские рестораны, то я решил приобрести такую штуку. И сам дома себе готовить, себе, друзьям, с друзьями посидеть, приготовить такую штуку. Вот она, она. Вот она. Здесь, пожалуйста, такое мясо, такое, такое, ребрышки, сосиски. Все, что хочешь. Можно и шашлык делать. Все, что хочешь. Вот, пожалуйста. Оно все крутится здесь. Вертится. Вращается. Будем пробовать. Будем пробовать. Здесь вот еще показано, что есть такие. Можно гриллы такие покупать, которых ставишь. И тоже приготавливаю все, что хочешь. Рыбу, овощи, джерки, там все. Вот так. Креветочки, вон, пожалуйста. Арки. Арки грил. Бразильская кухня. Вот так.